2100 человек тренируются под руководством мастера спорта с небольшого Александра Макафанова. И не могу видеть, что за ним готовится представитель спортивной школы Дмитрий Баркевич. 2052 года рождения. Тренируется под руководством мастера спорта российского бокса Александра Макафанова. После награждения смена судейской бригады рефери Саламов, боковые судьи Афонин, Бельских, Соловьев. В этом бою единогласно начальник судей победу одержал боксер красного угла Григорий Гаворин. Во втором месте награждается серебряный призер Кременно-Косецкого района Дмитрий Паркевич.
За первое место награждается победитель первенства Григорий Говорин.